Здесь так красиво, я перестаю дышать. Доброе утро! Это «Мисс Беларусь 2018». 30 финалисток уже начали подготовку к шоу со съемки визиток. Ну а мы познакомимся с красавицами иначе. Узнаем, чего они боятся. Раньше боялась пауков, и сейчас нет. А как вы перебороли это? Потому что я тоже Потому что я стала воспитателем, и я должна защищать детей от этих пауков, да. Боюсь не добиться поставленной цели. Я очень боюсь разочароваться. Пауков и змей. Вот скажут ради победы «Мисс Беларусь» зайти в помещение, где будет много пауков. Что будете делать? Зайду. Точно все, несите пауков. Я боюсь поправиться. Я даже с собой весы привезла. У меня в номере стоят. Какой вес для вас уже страшный? 58. 58 это все уже? Да. Щекотки вы есть? Щекотки? Да. Я боюсь крыс. Темноты боюсь. Я не боюсь закрыть глаза. Я не боюсь услышать голос твой. Пока что я боюсь 4 мая. Боюсь не выиграть «Мисс Беларусь». Ага. Вот он, правильный ответ. Я вам не скажу, чтобы вы меня не пугали. Вообще ничего. Ни высоты, ни темноты, ни пауков. А нам все равно, а нам все равно. Не боимся мы волка и сову. Потерять своих родных и близких для меня это самое главное. Выглядеть не самой собой. Строятся странные ассоциации со мной. А на самом деле потом вот со мной знакомятся и говорят: ой, а ты не такая. Вот а поэтому... Я веселая, я добрая, я, не знаю, любознательная. Вот. Скромная. Я считаю, что бояться нечего. Возможно, страх публичных выступлений, то есть даже давать интервью довольно сложно. Вы именно... боретесь так со своим страхом? Я учусь. Видите, у меня даже сам наряд именно, да. 4 мая боюсь упасть на каблуках. Вы меня застали прям врасплох. Ну, не было у меня такой ситуации, чтобы я где-то была на высоте, но я думаю, если что, я буду бояться, наверное, скорее всего, высоты. Боюсь остаться одна, наверное. Пауки. Или какие-нибудь там страшные эти многоножки. Чего ты боишься? Только если какая-то страшная болезнь. Поэтому пью противовирусное, да, и одеваюсь потеплее. Мне уже жизнь так как-то закалила, поэтому я ничего уже не боюсь. Все прошла, все попробовала, в принципе, такое самое страшное. На этом моя смена окончена. Побеждайте свои страхи и больше улыбайтесь. И до встречи на улицах Минска!